Перед нами музей болгарской цивилизации. Это шестиэтажное здание расположено на склоне берега Волги. В музее представлено более 1600 экспонатов, найденных на территории городища. Экспозиция музея ознакомит вас с историей болгарской цивилизации, а также города Болгар, периода Волжской Болгарии и Золотой Орды. Выйдя из музея на дорогу и повернув налево, вы можете дойти до памятного знака и центрального городища, а повернув направо, вы выйдете к западным воротам и визит-центру. Спустившись на набережную, вы попадете на туристический причал. Справа от него – историческая набережная.